Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Holy Tower Defense. Ну что, Асвиль, здесь мы остановились на шестой, получается, миссии, да? Шестая миссия. Что же у нас здесь? Это соляные шахты. Наградочка будет вот такая вот. Ну что, я предлагаю приступить. Эмбри, смотри, какой-то хитрый черт попытался выпить твою брагу и, похоже, умер. Только святой человек, как я, может выдержать благосклонность этого божественного эликсира. Не богохульствую, предлагаю выбросить этот яд. У меня есть идея получше. Мы можем выбрасывать его в чертей. Глупая идея. Дайте лучше просто оставим мои бочки в покое, а я уж им найду применение. Так, ну что, демоны пойдут... Откуда они пойдут? С какой стороны? Ага, вижу. Так, иди сюда, родной. Ты мне нужен. Иди, говорю, сюда. Будешь стоять здесь. Ну что? Эти чучмеки уже идут к нам. Поставим чугунную бабаху здесь. А вот тут мы поставим соляную катапульту. А вот здесь мы поставим, конечно же, святой гарнизон. Да, единственное, что надо будет переставить их вот сюда. Будет, наверное, самый топчик. Естественно, не забываем про прокачку и все тому подобное. На, по башке, мелкий черт. Мелкий черт. А что это у нас за бочка такая? Воу. То есть это действительно какая-то святая бочка с пойлом, которая уничтожает этих хохломонов просто на изи. Слушай, а что если мы, например, здесь тоже поставим бабаху? А вот здесь вот, здесь, наверное, вот так сделаем. Святое ополчение, блин. Да, так оно будет, наверное, поэффективнее. Тут всего лишь три волны будет, как мы видим. Так, нам надо будет, наверное, прокачать катапульту. Тут 65 нужно монет, пока не хватает. Я не могу понять одного. Фиг ли он у меня один воюет, а ополчение стоит, дуркует. Давай-ка сделаем все наоборот. Так оно будет повеселее, наверное, да? Так, мы две звездочки прокачали. Ну, кто там айкает еще? Хватает. Три звезды. Все, это пока максимальное количество звезд, которое может получить у нас. И здесь тоже три звезды. Так, может кинуть... Нет, пока не надо. Так, эти горгульки припарили малька меня. Ну что, следующая волна, где она? А где волна? Ой! Ой-ой-ой! Это что за пугало тут лезет? Так, давай-давай-давай бомбить. 65 монет. Хорошо, что я там ополчение все-таки поставил. Ладно, здесь мы прикроемся уж как-нибудь. 65 монет. Не хватает совсем чутка. 63, 65. Прокачиваем. Окей. Замечательно. Так, эти опять там сверху идут. Ну, в принципе, мы можем постоять и вот здесь вот, да? А вот сюда поставить ничего пока не могу. Не хватает финансов. А так, конечно, мы туда священную... Не, бабаху уже не будем ставить. Поставим уже катапульту соляную. Наверное, так сделать лучше все-таки, как мне кажется. Ну,
Ничего не успел сделать, абсолютно ничего не успел сделать. Мне еще нужно 100 монет. Зашибись, моих ополченцев кто-то увалил. На, скалкой по башке получил. Кстати, эти же могут прокачаться до 3 звезд, конечно же. Нифига у соляной захват какой-то, видел, да? Бомбит. Так, можно, наверное, немножечко ускорить. Потому что они все равно здесь не пройдут, я им просто не позволю. Нет, ополчение мне здесь не надо. Оу-оу-оу. Так, вы идите. Они проползли? Угу. Так, что-то слишком, по-моему, быстро. Бочку у них туда, правильно. Эту прокачиваем до 3 звезд. И здесь, кстати, тоже прокачиваем до 3 звезд. Все, теперь я абсолютно спокоен. Я уже думаю, тут точно никто не пройдет. Чистый релакс. Так, они идут от... Они уже начали идти из пещер. Вот это да. Тут пещеры, ребята, и они оттуда выходят. Прикинь. Так, ну это, я так понимаю, последние враги, потому что уже третья волна, как-никак. Вызываем святое ополчение. Ну и если понадобится, конечно же, бросим бочку. А бросим мы ее прямо сейчас. Есть. Сработало, только теперь мне неделю отмываться от этого запаха. К нему быстро привыкаешь, поверь мне. Да и комары не кусают. Главное, соли из этой шахты хватит, чтобы засыпать всех чертей Алсвля. Но нужно сохранить немного для моей бутылочки священной текилы. Для его бутылочки, понимаешь ли, священной текилы. Так, опа, опыт героя 86, деталь святого гарнизона и деталь дальнего гарнизона плюс деталь соляной катапульты. Это значит, что я могу что-то прокачать, да? Перебьемся. Дай-ка я посмотрю, что у нас в мастерской. Так, можно улучшить. Это получается, улучшается у нас урон на пушке на этой. Так, по умениям у нас ничего, все тихо. Здесь повысить получится? Не получится. Подожди-ка. А, седьмая миссия, вот она. Вот она, друзья мои, седьмая миссия. Стоянка старателей. В бой. Подожди, они откуда? Они будут... Ага, вот шахта. Подожди, а куда они должны идти-то? Конечно. Не пойму, какой... Что мне надо защищать-то? И вою налево. Блин. Пещеру или что? Я не пойму, что мне нужно защищать здесь, в этой вот, в данный момент, в этой позиции. Наверное, вот здесь вот все-таки они должны будут заходить, потому что стрелка показывает именно сюда. Поэтому, скорее всего, мне вот здесь нужно все это дело защищать. Надеюсь, так. Ну что, вызываем. Будем смотреть. На, получите, получите. Тут опять же три волны всего лишь. Упс, они уже и снизу пошли. Что мне нужно здесь защищать? Пещеру или чего?
Нет, не пещеру. Все, ребят, понял. Значит, вот здесь мы должны с тобой будем защищать все это дело. Соответственно, тут надо везде все прокачивать, заставлять. Потому что вон идут эти слизни мракобесовские. Прокачиваем. Здесь, наверное, надо будет еще один бабах поставить. А этих передвинуть сюда, поближе. Бросаем бучку. Вызываем подкрепление. Блин, как же у нас туго все с этими, с монетами. Давай, давай, давай. Так, быстренько мы этих слизней заколбасили. Ага, прокачиваем ополчение наше, чтобы оно было, ну, более-менее не таким ватным. Слушай, их много что-то тут. А моя соляная, она хоть вообще достает до них? По-моему, нифига она не достает. Что-то их тут дофига развелось. Прям такая, знаешь, концентрация противников. Есть, замяли. Так, подожди. А чё? Ты чё, баран, что ли? Я не могу понять. Или он убил ее? По-моему, убил. Сердечко не забрали, ребят. Фух. Я думал, что он ее пропустил, блин. Уже хотел тут ругаться, блин. Дайте бочку. Попробуем сейчас здесь разобраться с ними по-бренькому. Блин, ненавижу это место, потому что здесь из пещеры идут. И оттуда, и отсюда, блин, как хочешь, так защищайся. Так, нам надо, наверное, все-таки 170 нужно накопить еще на одну. Прошел, блин, прошел, ребята. Ополчение идиотское, оно не может справляться. И эта соляная катапульта здесь вообще не в тему, если честно. Вообще не в тему, блин. Вроде бы ничего сложного, да? Но, видишь, прошли. Так, опыт героя. Так, деталь органа. Деталь священной бабахи. Так, орган. Уровень 6. Понял. Так, это нам пока не нужно. Прокачка идет. Орган. Улучшить. А вот органа нам почему-то, кстати, не давали. И вот здесь вот нужно улучшить башню до 5 уровня, чтобы исследовать новое поколение. Пишет он мне. А как башню до 5 уровня, чтобы это... повысить? Боевая молитва. Капеллан читает молитву, благодаря которой он и ближайшие к нему монахи становятся быстрее и сильнее 20%. Ого! Это хорошо. Ну что, у нас 8-я миссия. Мы можем крутануть. Остановить. Так, мне выпали монетки. Да? Я их могу приумножить. Выигрыш сейчас, выигрыш после. Давай. Угу, 400 монет мы забрали. Ну что же, вперед. Кто у нас тут прибавляется новых? Никого нету, да? Нету никого. Тогда идем в бой. Спасайтесь, сюда идут огромные толпы чертей. Ребята, дело говорят, уходим. Мы не можем оставить город без защиты. Мне было видение, как использовать дары. У нас есть шанс. Дары.
Враг-то откуда пойдет? Оттуда, да? С леса. Значит, делаем следующим образом. Так. Ополчение. Сюда нельзя пропустить демонов. Там прям так и нарисовано. Не пропускать демонов. Ну что, вызываем первую волну. Надеюсь, все здесь будет без приколов каких-либо. Почему-то эта штука так мало здоровья отнимает. Но то, что они тут с двух сторон прут, это что-то вообще меня не радует. Вообще не радует. Вроде справляемся. Надеюсь, он молитву читает, которая ускоряет наших бойцов. Так, все-таки надо, наверное, еще на всякий случай ополченцев-то надо прокачивать. Че они там с одной звездой? Фигня полная. Надо, чтобы по фулочке были. Так, вот, три звездочки, совсем другое дело. И здесь тоже 85 надо, чтобы прокачать до третьей звезды. Отлично. Так, и вот здесь мы видим еще по краям. То есть, мне кажется, будет то ли что-то такое мощное, то ли еще что-нибудь. В общем, надо здесь выставлять обязательно тоже. Здесь я поставлю, например, ополчение. А вот здесь поставим уже катапульту. Пока ускоримся чуть-чуть. Давай вот так вот сделаем. Ну вот, как-то вот так вот, да? Так, так. Здесь... Здесь ничего не буду ставить. Пока вот этих вот, наверное, лучше прокачаем. Вот, совсем другое дело. Так, вызываем. Чуть-чуть ускоримся, чтобы они быстрее как бы прошли. Вот, видишь, все-таки пробегать успевает. Не все, конечно, но... Бабах и нет, черта. Получил достижение. Вот они наивные, они думают, что я вот так вот их просто пропущу здесь, что ли? Конечно. Ты сделал это? Прыгает на руки Ягану. Падает вместе с ней и смущается. Это несложно было. Моя вера. Мой внук разговаривает лучше, хоть он и родился полгода назад. Заткнись. Если бы не Йоган, нас давно бы схватили демоны. Ну тут как-то легко, ребят. Если честно, идем пока вообще на изи. Так, деталь органа. Опять деталь святого Бабахи. Все идеально. Уровень 7. Приумножать я пока не буду. Я не вижу, ребята, смысла приумножения. Хотя мы получили достижение какое-то. Я ведь могу что-то прославиться. Да, мы забираем просто элементарные самоцветики. Так, а вот в мастерской уже интересно. Почему органа у меня нету? Ты объясни. Вот я его улучшаю, а у меня его с собой нету на миссиях. Так, в бой закрыть. Почему? Ох ты, тут еще, оказывается, пушки. Может быть... Может быть, я как-то сам должен... Мастерская. Да нет. Так, опять те же самые монстры, да? Ничего нового не добавили? Нам ни за что не восстановить этот город к приезду папы. Нас всех казнят. Эмбри, где там твое пойло? Выхватив у Абата бутылку, начинаешь жадно пить. Остановись.
Небеса, я иду. Падает и вырубается. Жалко парнишку, мне будет его не хватать. Да как ты так можешь? Немедленно иди и договорись с местными. Они установят город, если мы им поможем. Да уж, если поможем. А если не поможем? Так, здесь, наверное, я поставлю святой гарнизон. А здесь бабаху. Так же, как и вот здесь. И, наверное, пока больше ничего. Ну что, вызываем. Как они там пойдут? Ну, понятно, что поверху. Здесь, кстати, можно... не хватает даже на соляную. Хотя сейчас, если мои ребята здесь разберутся, в принципе, нам хватит. Вот теперь хватает. Соляная катапульта. Ну, само собой, ее надо еще прокачать, чтобы она хоть какой-то урон более-менее наносила, чтобы мы его увидели. Сейчас еще кину бочку сюда. Прокачаем ополченцев. Так, и надо будет как-то бабахи эти прокачивать. Бабахи, да, значит. Так, бросаем пойло. Слушай, ну пойло очень даже неплохо, ребята, восстанавливает. Не то, что восстанавливает, уничтожает противников. Ну. Что-то эти ополченцы у нас тут просто так стоят. Давай их, наверное, наверх сюда передвинем. Это вот будет хуже, блин. Мелкие демоны. Давай так, оп. Нахлобучили. Так, это получается вторая волна, да? Из трех. Так, и еще ополченцев сюда поставим. Пускай уже держит этих слизней. И надо будет ополченцев прокачать, но это нужно 70 монет. Блин, прошли все-таки, да? Так, ну, не позволим. Ну, этот, я думаю, достанет же. Да, он мощно бомбанул. 85. Тут пакость ходит и лечит. Священная брашка. Так, это еще не последнее. Я думал, что это будет последняя волна. Нифига подобного. Это только вторая из трех. Что за дары? Хм. Дарами я еще не пользовался, кстати. Да нет, ничего пока не буду. Здесь лучше ставить уже бабах. Что-то я не понял, она что, пошла по сокращенному пути? Ну-ка. Вот так вот. Первое стоит улучшение 65 монет. Ёк-мокрёк. Что-то их все больше, больше и больше становится.
Еще сверху идут. И они сейчас... А куда? А что это он пошел в обратную сторону? Я не понял. А в чем прикол? Слушай, что-то как-то... Строитель получил достижение. А, вот они что, они ходят, хотят с другой стороны обойти меня. Сверху. Сверху они идут, короче. И тут типа тропиночка такая. Они через нее пытались. Эй, сколько там? Фига вас там. Есть. Вот так вот, на 3 звезды. Так, и тут тоже нужно, наверное, прокачать. И вот здесь. Пускай остальная катапульта бомбашит. Так, а вот это уже последняя волна. Это уже третья, друзья. Так сказать, заключительная. Ну, а эти, значит, самые хитрые, они хотят поверху пройтись. Но святое ополчение стоит насмерть, так скажем. Оно никуда никого не пропускает. Вот же еще тут есть место. Святая бабаха. Абсолютно все застроили. Так, бочку кидываем на голову. Ну, как бы пока все норм. С этими слизнями справляемся вообще на ура. Угу. Очнувшись, я что-то пропустил? Нас уже казнили, как же голова раскалывается. Тише. Мы защитили сады при местной сидроварне, и эти ребята помогут здесь все прибрать до появления папы. Как 2 пальца об асфальт, ваше превосвященство. Вот только нам бы сидроварню еще возвратить. Начинайте работать, бездельники. Будет вам сидроварня. Сидроварню. Тут бухарики, а? Сидроварню им нужно. Жуки несчастные. Так, деталь святой брашки. Деталь святой бабахи. Деталь дальнего гарнизона. Что у нас там на прокачку идет? Угу. Священный гарнизон золотарей. До 4-го уровня прокачался. Нормально. Так, ну что, друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.